И давно уж молва по России пошла, что кончатся наши мучения, когда вместе с царем на Голгофу взойдем и спросим у Бога прощения. И тогда к власти пришел великий Смердяков и объявил белое черным, веру глупостью, доброе вредным, благородство мерзостью, и учредил царство хама и неведомую и невозможную диктатуру пролетариата. А отцом того великого Смердякова был дьявол. Во время всеобщей переписи населения государь-император записал в графе «хозяин земли русской». Этим говорится все. Ему не нужны были вот эти внешние отличия. Недаром одним из любимейших предметов гардероба у него была простая тужурка образца 1888 года, введенная его еще отцом, государь-императором Александром III. Простая, функциональная и в то же время подчеркивающая образ государя как человека. Недаром знаменитый серовский портрет, он запечатлен в этой тужурке, и государыня Александра Федоровна в своих письмах отмечает, что в этой тужурке он наиболее, что ли, удался с точки зрения передачи его как человека. Надо отметить еще один факт, когда мы говорим о образах великих князей, об образе государя Николая Александровича. Это то, что великие князья, государь-император, все они были военными, все они были служилыми, служили своему отечеству. И для русского офицера не было гражданской, так сказать, называемого партикулярного платья. Единственное, куда военный человек мог отправиться в партикулярном платье, это путешествие за границу. Государь Александр Александрович к воспитателям своих детей предъявлял такие требования. Учите хорошенько, послаблений не делайте, спрашивайте по всей строгости, не поощряйте лень в особенности. Если что, то адресуйтесь прямо ко мне. Я знаю, что нужно делать. Повторяю, что мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые русские дети. Подерутся? Пожалуйста. Но доказчику первый кнут. Это самое мое первое требование. Старший сын будущего императора Александра III родился 6 мая, по новому стилю 18 мая 1868 года. С детства наследник цесаревич, а это звание перешло к нему после гибели деда, императора Александра II, обладал прекрасной памятью, учился с легкостью, в совершенстве владел тремя иностранными языками – английским, немецким и французским. Много читал и хорошо знал русскую классическую литературу. Образование наследника было по преимуществу военным. Среди его учителей были генералы Драгомиров, Лер, Обручев. С историей религии цесаревича Николая знакомил Константин Петрович Победоносцев. Финансовую сторону государственной жизни преподавал министр финансов Бунге, а министр иностранных дел Гирс посвящал в дипломатические тайны. Но военная сторона его образования преобладала. В 19 лет он пишет: «Это лето буду служить в Преображенском полку под командой дяди Сергея, который теперь получил его. Ты себе не можешь представить мою радость. Я уже давно мечтал об этом». Через 2 года наследник престола отмечает в дневнике: «Я проделал уже 2 лагеря в Преображенском полку. Страшно сроднился и полюбил службу, в особенности наших молодцов-солдат». Говоря о трепетном отношении к солдатам, вот это очень важный момент, вообще проходящий через всю жизнь Николая II. Еще будучи офицером лейб-гвардии Преображенского полка, все офицеры, сослуживцы Николая II отмечают очень простые нравы будущего, тогда наследника, будущего императора всероссийского, и в отношении с солдатами, и в отношении с подчиненными. Очень важное замечание, что Николай II никогда не переходил на панибратство и никогда не подчеркивал своего высокого положения. Это очень важно с точки зрения организации корпоративных отношений в воинской среде. В начале мая 1891 года Николай Александрович получает погоны полковника из рук императора Александра III. В этом чине он и остался до самой гибели, потому что считал неприличным сам себя повышать в чине. Неожиданная смерть отца императора Александра III в 49 лет, конечно же,
произвела на наследника цесаревича ошеломляющее впечатление. Ему тогда было всего лишь 26 лет. Да, образование у него было основательное, солидное, но опыта управления, житейского опыта было, конечно, маловато. В это время он успел уже совершить кругосветное путешествие, участвовал в строительстве Великого Сибирского железнодорожного пути. 19 мая 1891 года с участием цесаревича была основана железнодорожная станция «Владивосток», а затем он по железной дороге совершил путешествие в центр России и увидел воочию громадную страну, которую ему предстояло вести в 20 век. С первого дня восхождения на российский престол молодой государь руководствовался тремя основополагающими идеями. Первое – идея всеобщего мира. Второе – идея торжества православия. Третье – идея процветания страны. Известно, что в царствовании Александра III Россия не вела войн. Государь Николай желал прежде всего продолжения этой миротворческой политики. В конце 1898 года в Ливадии император Николай Александрович работал над формулировками российских предложений о сокращении и ограничении вооружения, а также о создании международного суда для предотвращения военных конфликтов между государствами. Надо сказать, что эти идеи были настоящим прообразом современной Организации Объединенных Наций. Они были изложены в российской ноте и стали основой для работы Гаагской мирной конференции в мае-июне 1899 года. Следует заметить, что эти идеи впервые были представлены миру и произвели на него ошеломляющее впечатление. Военный министр России генерал Куропаткин писал, что народы встретили их с большим восторгом, а вот правительство их же с большим недоверием. Государя возмущала позиция великих колониальных держав в вопросе о мире. С особым возмущением относился к речам британских и германских лидеров. Да, много еще странных вещей в этом мире. Посмотришь и невольно пожимаешь плечами, писал государь в письме матери вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Государь возмущался не зря. Вот какой была реакция его кузена, германского императора. «Чтобы он не скандалился перед Европой, – заметил Вильгельм II, – я соглашусь на эту глупость, но в своей практике я и впредь буду полагаться и рассчитывать только на Бога и на свой острый меч». Еще одной особенностью политики молодого императора было его понимание, что в Европе у Российской империи, кроме проблемы Черноморских проливов, нет вопросов, требующих обязательных ответов в 20 веке. Поступательное движение у России может быть только на Востоке, в Азии. Таким образом, государь может быть первым из российских политиков и мыслителей начал думать о евразийском пути нашего Отечества, а все нынешние теории, практика поиска друзей в Азиатско-Тихоокеанском районе являются продолжением той политики, у истоков которой стоял последний российский император. На Дальнем Востоке в начале века завязался узел противоречий между двумя бурно развивающимися державами. Россия воевала с Японией даже не одной рукой, а скорее несколькими пальцами одной руки. Но судите сами. Частичная мобилизация была объявлена всего в нескольких округах. Внутренняя жизнь России фактически не замечала войны. А российская либерально-демократическая общественность полагала, что победы России всерьез укрепят самодержавную власть. Например, Сергей Витте в беседе с германским канцлером Бюловым и в письмах генералу Куропаткину заявлял: «Быстрые и блестящие российские победы только укрепят самонадеянность санкт-петербургских правящих кругов, и поэтому России следует испытать несколько военных неудач». Что ж, либерально-демократической общественности это удалось. Военные неудачи последовали. При этом они всегда сильно преувеличивались. Например, Цусимская катастрофа – это действительно серьезное поражение русского флота. Но если сравнить ее с Таллинским переходом 1941 года, то Таллинский переход равен трем Цусимам по потерям. А у нас до сих пор
Цусима – это катастрофа, а Таллинский переход – героический. Государь в 1904 году исколесил всю Россию, провожая войска в Маньчжурию. Он считал своим долгом проводить тех, кто уезжал умирать за Отечество. Впоследствии император глубоко сожалел, что обстоятельства не позволили ему вместе с армией отправиться на Дальний Восток. Но как царь мог уехать туда, если в эти же месяцы враги Отечества предприняли штурм государственных основ империи, если в стране настало время террора и диверсий, если 106 эшелонов с боеприпасами и снаряжением для воюющей армии пропали на Транссибирской железной дороге, исчезли неизвестно куда, а сама единственная животворная ветка связи армии с европейской Россией была более чем в 10 местах захвачена террористами и бандитами. Английский журналист Дилан писал: «Японцы раздавали деньги русским революционерам известных оттенков, и на это были затрачены значительные суммы. Я должен сказать, что это бесспорный факт». Генерал Куропаткин сетовал: «И неужели хоть на полгода времени нельзя вдохнуть в интеллигенцию России чувство патриотизма? Пусть, по крайней мере, не мешают нам продолжать и с почетом окончить трудное дело борьбы с Японией». Изнемогавшая от тягот войны Япония вышла из нее победительницей. Внутреннее положение Российской империи было тогда для государя важнее. Надо было прежде всего очистить от бандитов Великий Сибирский путь. Для наведения порядка с востока по железной дороге двинулся отряд под командованием генерала Ленинкампа. Из Москвы, с запада, с теми же целями выступили гвардейские части, которыми командовал генерал-барон Миллер Закамельский. «Вы меня знаете, я не злобив. Пишу вам совершенно убежденный в правоте моего мнения», писал государь адмиралу Дубасову, который после вторичного на него покушения ходатайствовал о помиловании террористу. «Это и больно, и тяжко, но верю, что горю и сраму нашему лишь казнь немногих предотвратит моря крови и уже предотвратила». После сдачи крепости Порт-Артур император издал приказ: «Мир праху и вечная память вам, незабвенные русские люди, погибшие при защите Порт-Артура. Вдали от родины вы легли костьми за государево дело. Мир праху вашему и вечная вас память в наших сердцах. Слава живым! Да исцелит Господь ваши раны и немощи, да дарует вам силу и долготерпение перенести новое, постигшее нас испытание». В этот тяжелый для России год проходили торжества по случаю юбилея героической обороны Севастополя. В сентябре 1905 года на братском кладбище Севастополя, где похоронены многие героические участники обороны Севастополя 1854-55 годов, выстроились участники, ветераны Крымской войны. Государь-император вручал им медали в память 50-летия обороны Севастополя, учрежденную его указом от 5 октября 1904 года. Затем состоялся торжественный молебен вот в этом храме Спасо-Никольском на Братском кладбище с участием государя, государыни Александры Федоровны и награжденных ветеранов Крымской войны. Следует заметить, что государь-император чувствовал себя своим в народной среде. Он легко общался с матросами, солдатами, ветеранами Крымской войны. Он был ближе к простому человеку, чем к аристократам, министрам и высокопоставленным лицам. Как истинный христианин, государь с одинаковым вниманием относился и к простому матросу, ветерану, и к адмиралам, губернаторам и министрам. Этого его христианского качества высокопоставленные лица, многие из них, не могли понять и простить. Параллельно севастопольским торжествам в Париже российская оппозиция проводила совещания с участием Милюкова, Старовы, князя Петра Долгорукова, польских, латышских, армянских, грузинских активистов, социалистов и эсеров, которые единодушно высказывались за продолжение террора, уничтожение самодержавия, за демократический строй и национальное самоопределение.
Государю необходима была сильная воля и твердость, выработка стратегии развития и, конечно, реформы в армии и строительство нового военного флота. Забегая вперед, скажем, что Николаю Александровичу удалось добиться перелома, и к 1913 году Россия сделала целый ряд важнейших шагов к процветанию. Можно с уверенностью сказать, что никогда Россия не жила лучше, чем в 1913 году. Никогда ее граждане не пользовались такими свободами и не имели таких возможностей для развития, работы и учения. Французский экономист Эдмон Терри, изучавший русское экономическое чудо, писал: «Если дела европейских наций будут с 1912 по 1960 год идти так же, как они шли с 1900 по 1912 год, Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении». Немалая доля в этих успехах принадлежала императору. Например, государь запретил своими указами экспорт круглого леса и сырой нефти. Переработка этих двух важнейших источников российского экспорта дала империи громадные прибыли, тем более что к началу Первой мировой войны Россия добывала уже 10 миллионов тонн нефти. Для сравнения, Великобритания тогда добывала всего лишь 1 миллион тонн. Предметом особых постоянных занятий императора были вооруженные силы. Модернизация и строительство нового флота находились под постоянным вниманием Николая II. Почти весь военный флот строился на русских верфях Петербурга и Николаева. Дредноуты и линкоры строились в постоянной борьбе с Государственной Думой. В 1910 году появились царские распоряжения о постройке 4 дредноутов. В 1911 году они были спущены на воду. В этом же году император утвердил положение командующих морскими силами Балтийского и Черного морей. Командующие должны были быть плавающими начальниками. Дневник государя постоянно пестрит записями о военном флоте. 4 марта 1913 года произвел смотр молодым матросам 1-й и 2-й минных дивизий и отряда подводного плавания. Минному оружию император уделял постоянное внимание. 25 июня 1914 года на эскадренном миноносце «Пограничник» вышел в море, смотрел на постановку мин первыми двумя заградителями, вернулся на яхту около 12 часов, очень довольный состоянием команд и судов. К завтраку приехали Григорович, Эссен и все командиры. Минное оружие окажется едва ли не решающим средством в борьбе с мощным германским флотом. После неудачной русско-японской войны в военном ведомстве заговорили о введении униформы защитных цветов. Проходили различные эксперименты, и к 1907 году был издан приказ 171, вводивший униформу защитных цветов. Параллельные работы велись и в других будущих армиях, союзниках, противниках России. Но пионерами введения защитной формы были англичане. Вводят они еще ее в 1902 году, австрийцы в 1909, немцы в 1910 году. Но когда мы говорим об императоре, наверное, важным элементом формирования образа является то, что произошло в Ливадии после введения защитной формы обмундирования и снаряжения. Дело в том, что государь-император Николай II пожелал лично на себе испытать эту форму и прошел 20-верстный марш в полном обмундировании и снаряжении для того, чтобы лично проверить, насколько будет удобной форма для нижних чинов, вводимая в русской императорской армии. К началу 1914 года в России более чем вдвое увеличилось протяжение железных дорог и телеграфных проводов, удвоился речной транспорт в сравнении с 1894 годом. Армия была реорганизована и возросла до 1 миллиона 300 тысяч. В докладе начальника германского генштаба генерала фон Мольтке от 24 февраля 1914 года говорилось: боевая готовность России со времени русско-японской войны сделала совершенно исключительные успехи и находится ныне на никогда еще не достигавшейся высоте. Следует в особенности отметить, что она некоторыми чертами превосходит боевую готовность других держав, включая Германию, а именно
устранением зимнего периода военной слабости вследствие задержания призывных под знаменами впредь до окончания подготовки рекрутов, частыми проверками всего мобилизационного аппарата путем пробных мобилизаций, возможностью необыкновенного ускорения мобилизации при подготовке к войне. Еще летом 1910 года была реорганизована русская оборонительная система. Армия выводилась из крепостей, которые теперь могли стать ловушками. Центры сосредоточения русских армий отодвигались далеко на восток от границы. В Царском селе была построена в рекордный срок за 100 дней 14 года мощная радиостанция для устойчивой связи с союзниками в будущей войне. 7 июня 1914 года государь записывает в дневнике. Утром без конца принимал. После доклада Григоровича поехал на пристань и осмотрел новую радиотелефонную станцию. Пошел на Александреев, Кронштадт и завтракал в пути. Перед уходом был ливень с грозой, затем погода поправилась. Ровно в 2 часа на малый рейд вошла французская эскадра в составе 2 броненосцев и 2 миноносцев. Григорович привез президента Пуанкаре на яхту. После взаимного представления свит пошли в Петергоф. Надо сказать, что в своей деятельности Николай Александрович очень четко прослеживал новейшие технические изобретения впоследствии для применения их в армии. Это и железная дорога, это и телеграф, и первое использование автомобилей для военных целей. Все это происходило в Усть-Ижорских лагерях при непосредственном участии и таком вот трепетном, серьезном отношении со стороны государя-императора Николая II. И очень интересные факты всплывают в переписке с великим князем Александром Михайловичем. Как раз письма, относящиеся к периоду после русско-японской войны 1904-1905 годов, где Николай II обсуждает с Александром Михайловичем вопросы, связанные с возрождением русского императорского флота, и высказывает очень ценные суждения относительно будущей возможной войны. Война неизбежно надвигалась на Европу, и Россия не могла ее избежать. В Сараеве убит наследник австрийского престола эрцгерцог Фердинанд с супругой Софией. Австро-Венгрия предъявляет в четверг вечером 11 июля ультиматум Сербии. По мнению государя, 8 требований этого ультиматума неприемлемы для независимого государства. Срок его истек в 6 часов вечера. Германский кайзер Вильгельм II в Берлине потирает руки. Долгожданная война скоро начнется. 20 июля 1914 года в 2 часа с четвертью на яхте «Александрия» император направился из Петергофа в Петербург. От пристани на Неве он в карете приехал в Зимний дворец, где подписал манифест об объявлении войны. Затем из Николаевского зала он направился в Малахитовый, где был прочитан манифест и отслужен молебен. Присутствующие пели «Спаси, Господи, люди Твоя» и многое лето. Затем император вышел на балкон на Александровской площади. Площадь была заполнена громадной массой народа. Чувствовалось всеобщее воодушевление. Все радовались, казалось, такой нужной и важной войне. Впредь до приезда государя в армию верховным главнокомандующим был назначен великий князь Николай Николаевич. Yeah.
И давно уж молва по России пошла, что окончится наше мучение, когда вместе с царем на Голгофу взойдем и спросим у Бога прощения. И тогда к власти пришел великий Смердяков и объявил белое черным, веру глупостью, доброе вредным, благородство мерзостью, и учредил царство хама и неведомую и невозможную диктатуру пролетариата. А отцом того великого Смердякова был дьявол. Русская императорская армия мирного времени насчитывала 22 корпуса общим числом около 1 миллиона человек. С казачьими частями численность составляла до 1,5 миллиона. В период мобилизации из запаса призвали 4 миллиона запасных и ратников ополчения первого разряда. Срок службы в мирное время был 4-летним. Ежегодный набор давал людей больше, чем требовалось, поэтому в армию отбирали по физической годности. Были льготы и по семейному положению. Единственные сыновья в армию не призывались. Для сравнения, в России только 31% призывных зачислялся в армию, тогда как во Франции 76%. Армия была не только службой, но и школой, где неграмотных обучали грамоте. Другие рекруты заметно повышали свое образование. В императорской России было 37 средних и 15 высших военных учебных заведений. Забегая вперед, скажем, что за годы Великой войны в армию были призваны 15 миллионов 350 тысяч человек. Вот этой многомиллионной армией и предстояло руководить императору всероссийскому Николаю II. Конечно, как и у всякой армии мира, у русской императорской армии были свои достоинства и свои недостатки. Объективные специалисты отмечают превосходную подготовку русского солдата и прекрасный офицерский корпус, вплоть до полкового уровня. О генералитете говорят скептически, но ведь война всегда выдвигает своих героев, совсем не тех, кто предназначался в герои в мирное время. Еще нужно сказать об огневой подготовке. Русский солдат стрелял лучше всех в мире, а русские артиллеристы достигли значительных высот. Не случайно известная фирма «Круппа» проводила свои опытные стрельбы у нас на Охтинском полигоне, пользуясь опытом и знаниями русских артиллеристов и специалистов по баллистике и порохам. Но ведь в тяжелой артиллерии Германия значительно превосходила всех остальных участников Великой войны. Стратегический план ведения войны был утвержден государем при глубоком расхождении мнений. План предполагал наступательные действия по двум различным направлениям против Австро-Венгрии в Галиции и против Германии в Восточной Пруссии. Это было бы не очень большой бедой, если бы русская императорская армия смогла до этих наступлений полностью отмобилизоваться. Но панические просьбы французского союзника России вынудили истинного рыцаря и джентльмена, великого князя Николая Николаевича, начать полномасштабные наступательные действия, не дождавшись окончания мобилизации. Речь шла о спасении Франции, и государь вынужден был одобрить действия временно назначенного им до моего приезда в армию верховного главнокомандующего. Военные усилия государя-императора всячески преуменьшались еще при его жизни. Что же говорить о коммунистическом периоде нашей истории с его эверестом лжи в адрес императорской России? Частично эта ложь легко опровергается с помощью простых ежедневных записей в дневнике Николая II. Вот запись от 20 августа 1914 года, говорящая о постоянных заботах государя о развитии российского флота. В 9:30 часов поехал в Петроград и посетил заканчивающиеся линейные корабли «Севастополь» и «Гангут». Осмотрел их довольно подробно. Они производят сильное впечатление. Палубы чистые, 4 башни, по 3 12-дюймовых орудий в каждой. И так изо дня в день. Хорошо известны заботы императора о нарождающейся русской авиации.
Государь был хорошо знаком с конструктором и летчиком-испытателем Игорем Сикорским, осматривал его новые аэропланы, помогал конструктору размещать заказы на их производство. 10 декабря 1913 года в России впервые поднялся в воздух многомоторный самолет Илья Муромец. Пилотом-испытателем был сам конструктор Игорь Иванович Сикорский. Император поздравил его телеграммой, и было за что. От 5 до 8 пулеметов обеспечивали Муромцу круговой обстрел. И только в мае 1916 года немцам удалось сбить один Муромец в воздушном бою. Все те, кто работал рядом с императором, говорят о блестящей памяти, которая была у Николая Александровича. То есть он запоминал карты и сводки боевых действий за несколько месяцев, прошедшие через его руки. В этом отношении, по-моему, у барона Врангеля есть воспоминания о том, что Николай II помнил действия конкретных дивизий еще полуторамесячной давности. То есть надо сказать, что это подчеркивает не формальное отношение императора к своей работе на посту верховного главнокомандующего, а именно глубокую оценку, так сказать, дает глубокую оценку этой деятельности. И надо сказать, что, опять же, стоит обращаться не к дневнику Николая II, а к той же переписке с Александрой Федоровной, где он, может быть, даже более, дает более широкий анализ того, что происходит в Ставке, ну, за исключением каких-то технических моментов, вот свое отношение к тому, что происходит в Ставке и к событиям на фронте. В начале войны государь отличался стремлением быть всюду, где развертывалась армия, где звучали выстрелы и проливалась русская кровь. 1 декабря 1914 года он записывает в дневнике: «Самый знаменательный для меня день из всей поездки по Кавказу. В 9 часов прибыл в Сорокомыш. Тут были построены наиболее отличившиеся нижние чины всей армии в числе 1200 человек. Обходил их, разговаривал и раздавал им георгиевские кресты и медали. Самое сильное впечатление своим боевым видом произвели пластуны». Приезд императора в действующую армию накануне решающего сражения с турками за Сорокомыш произвел, по мнению генерала Веденича, воодушевляющее победное действие. Накануне нового 1915 года Николай Александрович записывает: «Молились Господу Богу о даровании нам победы в наступающем году и о тихом и спокойном житии после нее. Благослови и укрепи, Господи, наше несравненное, доблестное и безропотное воинство на дальнейшие подвиги». Этот молебен состоялся в Нижней церкви Федоровского собора в Царском селе. Император был глубоко чувствующим человеком, но его переживания редко вырывались наружу. Государь умел радоваться и печаловаться. Он никогда не был равнодушным к судьбе Родины и живших в Отечестве людей. Он умел сопереживать в несчастьях и радоваться в успехах. 10 марта 1915 года государь записывает в дневнике: «Узнал о количестве сдавшихся в Перемышле австрийских войск, а именно 9 генералов, 93 штабных офицеров, 25 тысяч обер-офицеров и чинов и 117 тысяч нижних чинов. Наших войск, создавших крепость, было меньше половины». А 10 апреля Николай Александрович записывает: «Итак, я попал в Перемышль, по милости Божией, через месяц и 2 дня после его падения. Масса сильных впечатлений. В 10 часов выехал с Николашей по укреплениям Перемышля. Проехал по отличной крепостной дороге мимо фортов, укреплений, батарей и редутов и поражался огромному количеству орудий и всяких боевых припасов». К лету 1915 года на фронтах Великой войны для русской армии сложилось очень тяжелое положение. И вполне естественным и нормальным было стремление государя возглавить отступающую и частично дезорганизованную нервным и непостоянным в приказах великим князем Николаем Николаевичем армию. Это решение императора до сих пор вызывает споры, хотя результат совершенно очевиден. Армия
перестала отступать. Возрос боевой дух, усилиями государя был ликвидирован кризис снабжения. Генерал Головин, весьма критически настроенный по отношению к ведению боевых действий императорской армии, в этом случае был объективен. Несомненно, что общие причины в вопросе смены верховного главнокомандующего имели на государя большее влияние, чем личные мотивы, и нет никаких оснований заподозривать искренность слов государя, объявившего свое вступление в командование армией желанием лично стать во главе войск в минуты катастрофы. В чем заключалась тяжесть верховного главнокомандования на театре военных действий? Нам понятны риски взводных, ротных, батальонных, полковых командиров, но в чем было бремя труда верховного главнокомандующего? Вот на этот вопрос, как нам кажется, весьма удачно ответил генерал-лейтенант Николай Николаевич Головин. Я цитирую. «Когда мы поднимаемся на самые верхи военного управления, то мы видим, что личная опасность и физическая усталость во много раз уменьшаются, но в других отношениях условия работы чрезвычайно усложняются. Прежде всего увеличивается та моральная ответственность, которая лежит на плечах начальника. И тяжесть этой ответственности, по мере того, как мы будем подниматься по иерархической лестнице командования, достигает таких размеров, которые под силу только великим душам. Творить свое трудное дело крупный начальник должен в нервной обстановке тыла, и руководитель крупного войскового соединения может быть потрясен событиями ранее, чем его войска». Конец цитаты. Итак, по мнению Головина, от верховного главнокомандующего требовалось в первую очередь сохранять спокойствие и присутствие духа в критической ситуации. Если дух военачальника подавлен, он немедленно передает свое расстройство подчиненным и тем самым провоцирует хаос по всей вертикали управления. Спокойствие и ответственность, хладнокровие, глазомер – вот те главные качества, которые каждодневно должен был демонстрировать в Ставке Николай Александрович. Но ведь насколько тяжело постоянно пребывать в таком напряжении и передавать свое спокойствие окружающим. Государь стал во главе своей армии, императорской. Результаты не замедлили сказаться. Гораздо эффективнее стал работать штаб во главе с генералом Алексеевым. Войскам было приказано прекратить несанкционированные отступления. Армия нанесла несколько весомых контрударов. Германцы почувствовали, что они выдохлись. В середине сентября 1915 года немцы на многих участках начали построение оборонительных сооружений. В районе русского Вердена, белорусского городка Сморгонь, начали возводиться бетонные доты. Они до сих пор стоят как символы, одобряющие взятие государем руководства армией в свои руки. Не следует считать, что император был лишь декорацией и свадебным генералом, хотя и это, по сути дела, было очень важно. В момент тяжелейшего военного кризиса, когда войска были измотаны, когда моральное состояние их находилось в скверном состоянии, то, что армию возглавил ее царь, очень и очень способствовало восстановлению духа войск. И тем не менее, надо иметь в виду, что при всей тактичности и деликатности и осознанию того, что генерал Алексеев гораздо больше специалист в военном деле, чем сам император, разумеется, Николай Александрович принимал участие в обсуждении вопросов, связанных с ведением боевых действий, и именно он, собственно говоря, принимал окончательное решение. Георгиевская дума Юго-Западного фронта в октябре 1915 года приняла решение о награждении императора Георгиевским крестом 4-й степени. Какое количество противников этого скромного награждения государя единственным орденом вызвало это решение, инициатором которого был генерал Каледин? У многих внутренних врагов России свет клином сошелся на этой скромной награде, которой император всероссийский не сам себя наградил. Незабвенный для меня день получения Георгиевского креста 4-й степени, писал Николай Александрович в дневнике. Утром, как всегда, поехали к обедне и завтракали с Георгием Михайловичем. В 2 часа принял Толю Борятинского, приехавшего по поручению Иванова, с письменным изложением ходатайства Георгиевской думы о том, чтобы я возложил на себя дорогой
белый крест. Целый день после этого ходил как в чаду. Еще один важный момент, который был связан с ролью императора Николая II, это атмосфера, которая царила в Ставке Верховного Главнокомандования и которая из Ставки распространялась уже по фронтам, армиям. Если при великом князе Николае Николаевиче, которого любили, которого почитали, но которого боялись, эта атмосфера была нервной, напряженной, великий князь был человеком темпераментным и импульсивным, то атмосфера, которая сложилась в Ставке при государе-императоре, была совершенно другой. Эта атмосфера внушала уверенность в завтрашнем дне, в конечной победе. Уверенность эта переходила ко всем, начиная, собственно, с начальника штаба генерала Алексеева, который говорил: «С государем спокойнее. Его величество дает указания, столь соответствующие боевым стратегическим задачам, что разрабатываешь эти директивы с полным убеждением в их целесообразности. Он прекрасно знает фронт и обладает редкой памятью. С ним мы спелись. А когда уезжает царь, не с кем и посоветоваться». Работа Ставки русской императорской армии с участием государя приобрела целенаправленный, систематический и позитивный характер. Планы операции обсуждались с привлечением широкого круга командующих и начальников штабов. Император умел выслушивать подчиненных и задавать им нужные вопросы. Его человеческие качества не оспоривались даже его врагами. Императору удалось, объединив в своих руках, скоординировать усилия фронта и тыла. Чтобы прекратить отступление и прекратить эти огромнейшие потери, армию необходимо было должным образом вооружить. И императором в этом смысле была проделана огромнейшая работа, результатом которой стало то, что в 1916 году русская армия была, по сути дела, обеспечена всем, чтобы продолжать не только оборонительные, но и активные наступательные боевые действия. Государь по-прежнему много ездил по фронтам и флотам, лично проводил совещания по снабжению и работе железнодорожного транспорта. Его понимание большой стратегии войны шло впереди генеральской стратегии наступления на Вену и Берлин. Император был сторонником стратегии непрямых действий, прежде всего взятия Константинополя и проливов, выведения Турции из войны, что сразу же катастрофически сказалось бы на положении Германии и Австро-Венгрии. Приезжая в Севастополь, который он очень любил, русской славой которого гордился, государь всегда надевал морскую форму офицера императорского флота. А приезжал он сюда, особенно в годы Первой мировой войны, часто. Дело в том, что в Севастополе подготавливалась, замышлялась мощная десантная операция на берега Босфора. Готовился для этого десантный корпус, для того, чтобы захватить Константинополь, проливы и обеспечить выход России в Средиземное море. «Моя главная цель – проливы, моя главная мечта – проливы», – так часто говорил государь. И приезжая в Севастополь, он убеждался, что здесь цель его и мечта – видится гораздо ближе, чем в Ставке Верховного Главнокомандующего в Могилеве. Последний раз император приехал в Севастополь осенью 1916 года и воочию увидел плоды подготовки к десантной операции на Босфор. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Колчак в присутствии императора в Лазаревских казармах произвел смотр первой десантной дивизии. Будучи верховным главнокомандующим, государь пребывал в чине полковника. Офицерские погоны были получены им из рук отца, императора Александра III, и сын чрезвычайно дорожил этим. Союзные государства присваивали российскому императору высочайшие звания. Например, Николай Александрович был фельдмаршалом британской армии, но предпочитал носить серую тужурку полковника с единственной наградой. Он был настоящий, а не бутафорский офицер русской армии. Серебряный крестик в петлице и серой тужурке сукно. Какие прекрасные лица! И как это было давно! Заслуги государя в успехах
русской императорской армии, постоянно умолялись. Газеты Москвы и Петрограда постоянно вели против него скрытую и явную пропаганду. Вот один убедительный пример. В начале лета 1916 года под верховным руководством императора Юго-Западный фронт сумел прорвать сложную, насыщенную, многослойную германскую оборону. А прорыв немедленно назвали Брусиловским. Почему? Ведь в русской истории Бородинская битва не называлась Кутузовской. Блестящие победы Суворова и Скобелева тоже не назывались их именами, а были Кагулом, Рымником или Измаилом. А прорыв Брусиловским. Тем более, что и основные достижения в этом прорыве были на счету 8-й армии генерала Каледина и 9-й армии генерала Личицкого. Прорыв Брусиловский потому, что российское общественное мнение того времени полагало, что всякая победа армии только укрепляет самодержавный строй и авторитет императора. Поэтому решили называть прорыв Брусиловским. А ведь это мировоззрение уже совсем недалеко от прямого предательства большевиков, призывавших к поражению своего отечества. В канун 1917 года русская императорская армия была полностью готова к большой, выстраданной и долгожданной победе. Было накоплено снаряжение, снаряды, сапоги, кожаные куртки, техническое оснащение значительно выросло. Германский генеральный штаб считал, что в 1917 году на Восточном фронте Германия потерпит сокрушительное поражение при возросшей мощи русской армии. Немецкие генералы и политики давно уже искали совсем других невоенных способов борьбы с Российской империей. Важно понять, что российский государь даже ради победы не стремился к уничтожению Германской империи. Русская пропаганда не призывала к изменению существующего в Германии строя. Враги же России, внешние и внутренние, сосредоточились на уничтожении монархической власти как стержня российского государства. Деревья складками коры мне говорят об ураганах. За моей спиной столетние дубы, которые в 1909 году были посажены государем и императрицей. О многом, наверное, могли бы рассказать эти деревья. Государь-император своими ежедневными, неустанными трудами и заботами удерживал Россию от падения в пропасть социальных изуверских экспериментов в течение более чем 20 лет. Император не был слабым человеком. Он был сильным своей верой и любовью, сильным своим нравственным стоянием на благо России и народа. И он изнемогал под ношей, в конце концов, которую ему пришлось нести одному. Ужас положения государя-императора Николая II, отмечал генерал Петр Николаевич Краснов, был в том, что ему изменили не низы, не народ, не армия, но изменили верхи. Не жутко ли читать, что на отречение от престола государя настаивали самые доверенные и облеченные властью, наиболее обласканные государем главнокомандующие фронтами, все при том же генерал-адъютанты. Жутко, Петр Николаевич, жутко. Государем пожертвовали самые близкие к нему генералы. Как выяснилось много позже, императора просто предали. Генерал Алексеев добивался его ухода с политической арены. Генерал Русский фактически арестовал царя в Пскове и никого из верных Николаю Александровичу людей не допускал к нему в вагон. Государь в одиночестве остался на своей Голгофе. Безумцы потом поплатились за свое предательство. Но вместе с ними, генералами и депутатами, рухнула, не дождавшись своей самой важной и нужной победы, и вся Россия. Государь и его семья с большим достоинством перенесли все испытания в их трагической судьбе. 8 марта 1917 года было последним днем пребывания императора в Могилевской ставке. В 10 часов подписал прощальный приказ по армиям, записал государь в дневнике. В 10 с половиной пошел в дом дежурства,
Я простился со всеми чинами штаба и управления. Дома прощался с офицерами и казаками конвоя и сводного полка. Сердце у меня чуть не разорвалось. Поэт Александр Александрович Блок, как и тысячи других русских интеллигентов, был отравлен клеветой о последнем царе. С большим энтузиазмом поэт по приглашению Временного правительства в 1917 году вошел в комиссию по расследованию преступлений царского режима. Новой власти так хотелось пригвоздить монархию к позорному столбу, и комиссия начала поиски и ничего не нашла. Не было у власти последнего русского императора никаких преступлений против собственного народа. И тогда Александр Блок назвал государя-императора последним русским офицером за его чувство чести, благородства и обаяния личности. Не о себе думал император, оставляя трон. Все его мысли и думы были о судьбе России. Последние краткие записи в императорском дневнике. 25 июня 1918 года. Ночью была гроза и стало еще прохладнее. 28 июня к открытому окну подошло трое рабочих, подняли тяжелую решетку и прикрепили ее снаружи рамы. Небо у екатеринбургских узников стало еще меньше. 30 июня вестей никаких не имеем. Вот его сейчас сразят. Вмешивается темная рука, сначала облеченная безумием. Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих предают на страдания и смерть. Его усилия преуменьшают. Его действия осуждают. Его память порочат. Остановитесь и скажите, а кто же другой оказался пригодным? Только претерпевший до конца спасется и воскреснет.